Большинство людей наделено множеством талантов, но не все таланты человеком осознаются. И человек в этот момент все дальше и дальше входит в конфликт с собой. Потому что человек – это не просто набор органов. Человек – это еще и психика, его нематериальная часть. И в этой нематериальной части есть еще огромный пласт под названием энергия. Хочу помогать людям, но не знаю, с чего начать. С вами Артем Толоконин, и в этом видео мы подробно поговорим об этой теме. Большинство людей наделено множеством талантов, но не все таланты человеком осознаются. В определенном возрасте многие люди испытывают неудовлетворенность от того, что как будто в жизни происходит не то, чего бы им на самом деле хотелось. Чаще всего это связано с тем, что человек не осознает своих талантов, не осознает своего предназначения, не понимает, какие глубинные смыслы содержатся в его жизни, и поэтому не раскрывает их, и таким образом попадает в кризис и чувствует этот огромный дискомфорт. И это видео послужит всем тем, кто это в данный момент ощущает, или кто испытывает потребность еще больше раскрыть свои таланты, еще больше раскрыть огромный смысл, который внутри вас есть, но до сих пор это не делает на 100%. То, что есть внутри нас, требует повышенного внимания и требует сосредоточенности для того, чтобы осознать, а про что наша жизнь. Не у многих людей есть в культуре навык работы с собой, навык обращения внимания на свои истинные желания. И порой человек обращается в свой внутренний мир только тогда, когда происходят какие-то трэшевые события в жизни. Когда кто-то заболевает в округе, или сам человек болеет, или приходят какие-то ужасные события в жизни, и человек начинает искать источник уверенности, веры в самого себя, и для этого ищет наставников, психотерапевтов, психологов или к батюшке в церкви обращается для того, чтобы почувствовать себя в балансе. И в этот момент кризиса происходит осмысление более глубоко смысла жизни. Человек задумывается, а про что моя жизнь? Почему все складывается так, как складывается? А чего нового я могу принести в эту жизнь для того, чтобы это ужасное событие покинуло меня, чтобы я перестал переживать, либо чтобы мое здоровье восстановилось? Но это в тяжелых случаях. Но в более легких случаях, более, скажем так, часто встречаемых ситуациях, каждый из нас эпизодически, время от времени ощущает чувство неудовлетворенности тем, что происходит конкретно в его жизни. И всегда в этом чувстве содержится призыв к познанию своих талантов, к раскрытию истинных смыслов, а чего я хочу на самом деле в этой жизни. И развитие человека невозможно без того, чтобы те навыки, тот потенциал, который есть внутри него, не передавать в этот мир. Поэтому человек, когда испытывает ощущение дискомфорта от тех обстоятельств, которые происходят в его жизни, в том числе нуждается в раскрытии своих талантов, помощи людям в разных аспектах. Это может быть аспект психологии, психосоматики, это может быть аспект какой-то науки, это может быть аспект какого-то навыка, педагогики, юриспруденции, всего чего угодно, то, что будет человека наполнять огромным смыслом и нести радость, счастье и позитив и пользу этому миру. Поэтому, если вы чувствуете, что вы живете немного не своей жизнью, что вы хотите отдавать этому миру, то самый простой путь для того, чтобы осознать свои таланты, это начать изучать психосоматику. Психосоматика – это направление науки, которое изучает связь тела и связь психики. Потому что человек – это не просто набор органов. Человек – это еще и психика, его нематериальная часть. И в этой нематериальной части есть еще огромный пласт под названием энергия. Изучая свою энергию, изучая свою психику, и как это связано с телом, и как это связано со Вселенной, с этим миром, и с потенциалами внутри себя, человек начинает обретать гармонию и понимать, про что его жизнь. И именно эту задачу я реализую вместе с коллегами, когда к нам приходят учиться в Институт психосоматики люди абсолютно разных профессий. Это не только психологи и врачи, это юристы, это адвокаты, это домохозяйки, это, может быть, остеопаты. Это люди, которые чувствуют, что внутри них есть что-то, но это они пока не раскрыли и не знают, как этим управлять. И познание психосоматики, обучение приемом психосоматики на самом деле позволяют человеку раскрыть свой потенциал. Все те люди, которые проходят у нас обучение, профессия которых не связана была с медициной, с психологией,
на самом деле очень много мощных инструментов добавляет в свою жизнь, в работе с собой. Многие начинают консультировать, многие в свою основную практику добавляют новых действий, начинают вести наставничество, собирают группы, занимаются групповой психотерапией, начинают делать ретриты, добавляют какие-то выступления в жизнь, какую-то новую активность, которая значительно расширяет возможности взаимодействия их с той вселенной, с той жизнью, в которой они живут. Есть еще уникальная ситуация, когда человек чувствует в себе огромный потенциал и желание помогать другим людям, но не знает, как это делать. Он чувствует, что в нем есть какая-то энергия, что у него разогреваются руки или у нее, что чувствует как какой-то порыв в душе разбираться в анатомии, разбираться в биоэнергии, разбираться в психологии человека, но из-за каких-то обстоятельств, то вышла замуж, мама сказала, иди становись юристом, родились дети, и все некогда. Человек, женщина или мужчина откладывает свое самопознание на потом, потому что есть более приоритетные логические задачи. И человек в этот момент все дальше и дальше входит в конфликт с собой. Вот именно для этих людей, в том числе, и создан институт психосоматики, для того, чтобы раскрыть их природные таланты, ту энергию, которая в них есть, которая пробудилась, которую они уже чувствуют, но не умеют ей управлять. Иногда, к сожалению, это приводит людей к паническим, тревожным состояниям, к ощущениям, которые спонтанно возникают в теле, и они не знают, что с ними делать. И люди, у которых есть панические расстройства, панические атаки, всегда вас поздравляю и говорю, что ваша жизнь никогда не будет прежней, что внутри вас есть таланты, которые вы чувствуете, но не управляете этим. И вас это пугает, потому что вы приходите к врачу в поликлинике, описываете ощущения, которые вы чувствуете в области сердца. Доктор снимает у вас ЭКГ и говорит, что у тебя с сердцем все в порядке. И то, что ты чувствуешь, это тревога или у тебя уже панические расстройства. Попей препарат, тебе будет легче, и на этом успокойся. Но доктор не знает и не понимает, что на самом деле в человеке проснулся талант, который он ощущает. И это просто от природы чувствительный человек с повышенным уровнем энергии. И когда я студентам, приходящим к нам учиться, это объясняю, и тот, кто особенно испытывает тревожные состояния панические, они начинают себя в этом чувствовать, они начинают этим управлять. И тогда в них открывается еще больший уровень энергии, еще больший уровень интуиции. У них вдруг получается исцелять людей от тяжелых заболеваний, они вдруг видят насквозь человека, и в этот момент их жизнь начинает обретать новый смысл. Поэтому все те, кто чувствует потребность в помощи другим людям, я вас всех жду на обучение в Институте психосоматики для того, чтобы вы научились делать это профессионально. Неважно изначально, кто вы по профессии. Если вы чувствуете в душе отклик, если вы чувствуете, что вы талантливы, но не знаете, что с этими талантами делать, то изучение психосоматики расширит ваш спектр восприятия себя в этом мире, откроет новую гармонию, и ваша жизнь потечет по управляемому вами благоприятному сценарию. Вы освободитесь от заболеваний, если они у вас есть, вы решите свои личные проблемы, вы будете наслаждаться жизнью и создадите новый уровень гармонии в ней. И таким образом получите и полезные, ценные знания, как управлять собой, и получите огромный инструментарий, который вольется в вашу профессиональную деятельность, и у вас жизнь потечет совершенно по другому сценарию. Если вас заинтересовало обучение в Институте психосоматики, то под этим видео есть ссылка, перейдя по которой вы узнаете все подробности. Когда люди начинают помогать другим, они начинают испытывать давление некого такого общественного страха, что если ты слушаешь чужие проблемы, ты их пропускаешь через себя, то этот страх к тебе прилипает, болезнь человека переходит к тебе, и это страшно, и лучше этим вообще не заниматься. На самом деле все работает иначе. Если вы, начиная раскрывать свой душевный, духовный потенциал, свою энергию, которая вам дана от рождения, начинаете ее усиленно пропускать через себя, вы таким образом становитесь еще здоровее, еще мудрее и еще мощнее. И человек, который начинает изучать психосоматику, наполняется внутренней энергией, наполняется глубоко этими смыслами, где ощущение любви, гармонии, здоровья и отличного уровня энергии становится целостной картиной себя
и мира, и это как раз и является защитой, и является гарантией того, что к вам не только ничего не пристанет, но и откроется ваш дополнительный потенциал. С вами был Артем Толоконин, благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, пожалуйста, это видео, делитесь своими впечатлениями, и я с радостью буду видеть, как это видео разлетается по интернету.